Сергей, оружейный магазин «Хадсон», и мы поговорим о том, что находится в типичном медицинском подсумке. Данный подсумок производства компании СТС, компания «Хадсон» является дилером компании СТС. Подсумок удобный, прослужил уже не один год. Итак, внешний карман с быстрым доступом. В нем находится жгут КЭТ. О этом жгуте мы говорили в предыдущем ролике, как его использовать. Внутренний карман. Находится перевязочный пакет израильского производства. И находится обезболивающий. Автоинжектор с морфином. И ампула со шприцом, это анальгетик, не наркотический, называется он Налбуфен. Продается в украинских аптеках, очень эффективен, практически так же, как промедол. На этом все, оставайтесь с нами, всего хорошего. Рабрал, хвост и бок,